Всем привет! Мы находимся на Московском вокзале в городе Санкт-Петербург. И сегодня мы отправимся на фирменном поезде по Волжье номер 133 Санкт-Петербург-Казань. Вот мы прошли осмотр багажа, осмотр ручной клади и находимся в главном зале Московского вокзала. Здесь камеры хранения и большая карта России. Здесь находится главное расписание, там где написано прибытие и отправление всех поездов. Вот здесь написан наш поезд. Вот и наш перрон. Наш поезд находится по правую сторону. Мы направляемся в сторону вагона 14. Вот мы заходим в наш вагон. Наш вагон достаточно современный, но титанчик все равно присутствует, как-никак традиция. Ну что ж, давайте зайдем в наше купе. Оно такое чистенькое, красивенькое, аккуратненькое. На столе стоят журнальчики и ланчбоксы с перекусом. Подушки и постельное белье все лежало наверху. Ну что ж, вот время отправления. Поезд отправляется с Московского вокзала в городе Санкт-Петербург в 14 часов 55 минут, а прибывает в город Казань в 13 часов 58 минут на следующий день. Прямо перед нами стоит фирменный поезд Санкт-Петербург-Астрахань. Ну что ж, давайте расскажу вам немножечко про наш поезд. Наш поезд, как я сказала раньше, едет почти сутки. В поезде есть почти все типы вагонов: плацкартные вагоны, купейные вагоны и СВ-шные вагоны. Также имеется вагон-ресторан. В Казани переменный ток, поэтому наш поезд ночью проезжает через станцию страхования тока Виковка. Она находится в Владимирской области. Там наш привычный электровоз ЭП-2К уходит, и на смену его приходит обычный электровоз ЭП-1М пассажирских поездов переменного тока. А вот как наш поезд выглядит снаружи. На станции Балагое. Станка поезда полчаса. Как всегда, на станции Балагое кипит железнодорожная жизнь. Где-то едут грузовые поезда, где-то пассажирские, а где-то пригородные. Наступило утро, и наш поезд приехал на станцию Канаш. Вот это отправляется поезд Москва-Чебоксары. Есть два железнодорожных вокзала – Казань-1 и Казань-2. Через Казань-1 пролегает главное движение пассажирских поездов, а через Казань-2 пролегает главное движение грузовых поездов. Я всем советую прокатиться на этом поезде. Вагоны здесь очень современные, и поезд сам едет плавно. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!